Хочу сказать, друзья, что покидая офис дантиста, зубного врача, по-простому, как-то задумываешься о суетности бытия. Вот я сейчас покинул и задумался. Значит, что характерно? Два дня назад я с утра, значит, подхожу к компьютеру, ну, дома, проснулся, пошел к компьютеру там посмотреть, там последние какие-то дела. И смотрю, мне жена так скотчем прилепила какие-то такие affirmations, знаете, ну, такие позитивные какие-то высказывания японского дяденьки, который рейки придумал. Хорошие такие. Вот, говорит, сегодня у тебя будет хороший день, сегодня с тобой случится самое там лучшее, там, ну и так далее. Там их было несколько. И мне Света, да, я говорю, а что это? Света говорит, ну вот, надо 5 раз прочитать, и глядишь, значит, что-то такое хорошее с тобой произойдет. Ну, я прочитал, ничего такого, значит, хорошего пока не было. А пока я до офиса не доехал, да. Ну, в смысле, было как обычно. То есть, все ничего было. Доехал до офиса, и в какой-то момент я люблю похрумтеть, знаете, какими-нибудь овощами. Вот морковочка хорошо хрумтится. И еще я очень люблю капусту цветную. И вот, короче, это был кусок цветной капусты. Начал я им, я извиняюсь, хрумтеть, и вдруг чувствую, что-то там каменюка какая-то. Ну и да, достаю, можно сказать, ну, здоровенная такая каменюка. Думаю, надо же вообще, до чего дошли, уже в цветной капусте каменюки. Ну, и только потом, я так, когда уже языком туда, значит, дошло до меня, что, видимо, это была пломба. Да. Ну и, в общем, вот пришел сегодня к нашему дантисту Жене Рудашевскому. Я про него снимал сюжет. Он у нас тут есть. Он когда-то из Минска, вот, а сам, значит, тут уже много лет здесь живет. И это вот наш, так сказать, со Светой врач. Мы к нему ходим на обслуживание. А я даже не помнил, что у меня там какая-то пломба когда-то была. Знаете, так думаешь, что от пломба, откуда там пломба? Я не знаю, ну, была пломба. И так он легко, и так это раз, я даже мяукнуть не успел, но буквально такое ощущение, что 10 минут не прошло. Прибор. Симпатичная очень ассистентка Наташа. Вот, я больше на нее смотрел, потому что смотреть на приборы, сами понимаете, это можно, позитив может уйти с этого дела. И, в общем, тыр-пыр, не больно, ничего. И укольчик сделал, и вроде и щека не распухла, знаете. Я думаю, да чего все-таки это позитива много в мире. Вот. И решил вам об этом рассказать. Но тут, понимаете, я все пытаюсь осмыслить вот это вот то, что я читал, affirmations. И вот говорит, именно сегодня с тобой должно произойти, но именно хорошее. Вот хорошее прямо сегодня. А жди хорошего именно сегодня. Вот сегодня. Я думаю, бах! И тут я как раз был на следующий день, оказался у Григория нашего, эзотерика, там, где я занимаюсь. И я ему говорю, Григорий, как объяснить, что вот прямо сегодня и пломба выпала? Вот. И он говорит, по-разному можно объяснить. Вот, может быть, хорошо, что выпало, а не, допустим, болталось долго, и потом бы там зуб испортился, нельзя было бы восстановить, там еще что-то. Ну, в общем, какие-то такие философские мысли начались. Но я думаю, что он пошутил, конечно, это вот так он попытался объяснить, значит, на бытовом уровне для меня. В общем, загадка. Так что, друзья, вы как это, affirmations какие попадутся, вы тоже, да, поосторожнее смотрите, а то что-нибудь глядишь и прям сегодня и произойдет. Знаешь, думаешь, может, оно с кем-то другим должно было произойти? Ну что, мало народу, что ли? На, раз и с тобой. Это так вот, да. А бывает, что и на нас что-нибудь сваливается. Ну, в общем, в целом я очень доволен. Так мне как-то легко, это безболезненно. Покоцали, и все нормально. И прикус хороший, да. Да. Думаю, ну вот, потрясающие дела. В общем, друзья, на этой высокой ноте я с вами хочу даже и расстаться. Могу только сказать, что мне там, пока я в этом был в офисе, на голову надели черт знает что. И сбоку бантик. Вот такую штуку мне одели на голову. И я даже, ничтоже сумнящийся,
если кто понимает, о чем я говорю, сделал снимок и отправил на Инстаграм. Доктор. Это, наверное, он меня подколоть хотел, потому что я там все время в разных шапках. И вот он, значит, он очень коварный доктор. Вот он надел на меня эту штуку и говорит: может, снимемся? Где там твой телефон? Вот и я, значит, тут же телефон достал, Инстаграм, и вот эту фигню, ну, в смысле, фотку в этой шляпке отправил на Инстаграм. Сейчас я, знаете что, я не буду ее снимать, я сейчас домой еду. Уже пятница сегодня, все, на работу не пойду, уже 3 часа. Вот, сейчас приеду домой, а там Светлана, а я раз в этой шапке, и она удивится. Ой, как интересный план такой у меня есть. Все, не буду больше занимать ваше время. Вот, отправляюсь, значит, эпатировать Светлану такой модной шапочкой.